Жалость. А я-то от вас куда большего ожидала. Что, в нужнике был, когда этот странник вас освобождал? Ты из тех, кто постоянно кричат: «Мозги! Свежие мозги!» Пусть твоя сама.
мне кожу! Хочу в гроб поклеить! Готово. Я буду рада. Задание выполнено. Эта задача как раз для меня. Пусть Люмен будет с тобой, Мэг. Задание выполнено. Говорят, что люди уже хотят перейти к решительным действиям. Все сделано. Задание выполнено. Я буду рада.
Ну, вот и все. Я решу эту проблему. Посмотрим, кто из нас выносливее. Уже все? Какая жалость. А я-то от вас куда большего ожидала. Беги, беги! Далеко не убежишь! Ничего личного, честное слово. Хочешь мне что-то сказать? Тогда говори внятно и перестань брызгать слюной! Это нечестно. У тебя зелье лечения. Еще больше работы местному гробовщику. Я недалеко от места назначения. Еще один такой удар. Мои сумки уже по швам трещат. Yeah.
твои останки послужат делу природы. Я тебе не мул. Мой рюкзак переполнен. Я решу эту проблему.
Похоже, я как раз на месте. Ничего личного, честно. План был бы тобой доволен. Посмотрите на это. Дерущееся грозовое облако. Вы изволите программу похорон? Уже все? Какая жалость. А я-то от вас куда большего ожидала. Еще больше работы местному гробовщику. Беги, беги! Далеко не убежишь. Духи лесов не покинут меня во время этого задания. Я умираю. Будет сделано.
Не так уж и страшно. Рыцарь, с дороги! Я первая справляюсь! Думаешь, оказался в безопасности, если убежал за пределы экрана, да? Это не поместится в моей сумке. Я тебя не разочарую. Приветствую! Наверняка хочешь однажды стать великой воительницей, правда?
Беги, беги! Далеко не убежишь! Сейчас хлопочешь по больному месту! Море! Конечно, мелочь, а приятно. Но это уже какая-то совсем мелкая мелочь. Нападение на них противоречит законам природы. Это не поместится в моей сумке. Стоп! Ну не надо все усложнять. Готово. Говорит, что мне нельзя разговаривать с незнакомцами. Думаешь, оказался в безопасности, если убежал за пределы экрана, да? Посмотрим, кто из нас выносливее.
Обратись в прах и воссоединись с природой. Только миг между прошлым и будущим. В следующий миг — смерть. Готово. И если я еще и это захвачу, мне конкретно прихватит спину. Это должно быть где-то здесь. А! Обратись в прах и воссоединись с природой. Делать со всей этой дрянью.
Я тебе не мул. Все сделано. И еще один шажок вперед. Я тебя не разочарую. Задание выполнено. Твои останки послужат делу природы. Задание выполнено. Это должно быть очень особенный предмет. Это должно быть очень особенный предмет.
Думаю, я почти на месте. Как же это про... Это не поместится в моей сумке. Это ты? Приветствую. Счастливый день. Мне удалось встретиться с тобой. От всего сердца приветствую тебя. Я не против того, чтобы работать по выходным, но многие восстают против этого. Ты пытаешься меня насмешить? Неужели ты думаешь, что можешь рассказать мне что-то новое? Мы знаем все. Тысячи богов. Как летит время. Уже давно мне не было так весело. До скорой встречи. Затмеваешь все своим блеском. Какое везение. Мне удалось встретить тебя. Интересно, действительно ли вера делает жизнь лучше? Многие говорят об этом в последнее время. А ты как думаешь? Ты думаешь, что эти истории правда? Это же просто плод их больного воображения. Если не возражаешь, то я уже пойду. Уже давно мне не было так весело. До скорой встречи. Сегодня мой счастливый день. Чудесный день. Похоже, само небо благословило его. Учитывая, в какое время мы живем, не стоит отказываться от развлечений, верно? Ты шутишь? После такого тяжелого дня у меня нет никаких сил на это. Скоро к нам приезжают родственники. Пожалуйста, поддержи меня, когда сюда заявится это чудовище. Моя теща. Да, это можно устроить. Но хочу предупредить тебя, не рассчитывай на многое. Может, как-нибудь проведем вечер вместе? Хуже не будет. И, возможно, мы узнаем какие-нибудь новости. Пожалуйста, позволь мне кое-что добавить. В этом году очень плохой урожай. Моя земля превращается в озеро прямо на моих глазах. Какая скука. Меня ждут дела, обсуждение важных политических проблем, а это просто пустая болтовня. Интересно, сможет ли большой приз привлечь внимание возничего? А ты как? Если честно, то нас с тобой заботят совершенно разные проблемы, так что прибереги свои истории для других.
Сегодня свой магазин открывает некий Карл Лагерфельд. Похоже, он продает одежду, сшитую из лучших тканей. О, банальные проблемы низших классов. Я слушаю тебя, но не понимаю ни слова. Я не хочу лезть не в свое дело, но мне бы хотелось поговорить вот о чем. Эти слуги-люди – настоящие проклятия. У тебя тоже проблемы с ними, да? Я могу говорить, могу жаловаться, но когда-нибудь мое терпение лопнет. Как же было приятно с тобой поговорить. Прощай. Если когда-нибудь снова захочешь узнать мое мнение, не стесняйся. Это и правда ты? Какое совпадение? От всего сердца приветствую тебя. Горожане говорят, что им нужно больше свободы. Неужели это правда? Позволь дать тебе один мудрый совет. Отними у слуг все права и свободы. Как же это сказать? Попробую так. Говорят, что Эльбарон обменял одну из своих почек на новую повозку мощностью в 2 лошадиные силы. Не стоит верить этому. Это все сплетни. Я уже жду момента нашей следующей встречи. Но сейчас мне пора идти. Прощай. Если когда-нибудь снова захочешь узнать мое мнение, не стесняйся. Привет! Ты затмеваешь все своим блеском. От всего сердца приветствую тебя. О чем сейчас говорят в городе? Если тебе что-нибудь известно, говори, не бойся. Ты не поверишь, преподобный Самониэль признан виновным в подлоге. Мы еще не изобрели газеты, так что в них нет никаких новостей. А о чем болтают на улицах? Говорят, что конкурс песен был одним сплошным надувательством. Я правильно полагаю, что в последнее время появилось много слухов. Ты знаешь подробности? Похоже, что господин Балдарин жалуется на бессмертие только потому, что у него сильно болит нога. Мне нужно следить за временем. О, обычная жизнь снова засасывает меня. К сожалению, мне пора. До встречи. Это и правда ты? Какое совпадение? Похоже, боги гневаются на нас за то, что мы утратили веру. Это мне сказал... Интересно.